Находимся на Свободном проспекте в районе пересечения вот с Союзным проспектом. Ну, насчет Союзного, то, что его проспектом назвали, это громко сказано, конечно. Ну, а Свободный вполне себе проспект. Сейчас мы будем двигаться в направлении станции метро Новогиреево. И, соответственно, пересечение с Зеленым проспектом. Макдональдс. Можно было продолжать на самом деле. А с крючком руки. Подходим к пересечению с Зеленым проспектом. Соответственно, здесь располагается станция метро Новогиреево. Вот с той стороны у нас восточный выход, а туда будет западный. Перейдем, наверное, дорожку. У нас в ту сторону только можно через подземный переход. Так, вот поехал. Впереди у нас 37-й трамвай. Он следует до платформы Новогиреево, до железнодорожной. Вот еще раз посмотрим. Вот в ту сторону, это как раз в сторону платформы Новогиреево, за которой уже начинается район Вишняки. Так, пройдемся немножко в ту сторону, у нас район Ивановский, шоссе энтузиастов. Собственно, Свободный проспект от путепровода платформы Новогиреево до шоссе энтузиастов. Это вот в ту сторону. Мы туда не пойдем сейчас уже. Пройдемся чуть-чуть по Зеленому проспекту в сторону станции метро.